Этот удар называется кошачья лапка. Он делается в двух исполнениях. Тычок, вот здесь вот делается тычок, в горло, фильтрум, в глаз. И вот такой вот вариант, который называется навес или навесная кошачья лапка. Наносится костяшками пальцев. Вот так вот. Такое движение, как будто кошка бьет лапкой. Вот серия из нескольких ударов. Мишени это для тычка. Горло, нижняя губа, носогубная складка, переносится, глаз. Вот мишени для навесного удара. Нижняя челюсть, висок, переносится, подбородок. Вот так вот примерно выглядит этот удар. Он не требует практически места, его можно носить из любого положения, даже сидя. Удар очень мощный, если его правильно нанести. Достаточно легко ломает лицевые кости. Вот здесь в замедленном изображении показано, несколько утрировано, как работает кисть на навесном ударе. Тычковый удар попроще. Вот такое вот движение, как кошка, бьющая лапой, бьющая когтями делает. Вот так вот. Вот соприкосновение, а дальше вот обратите внимание, что движение назад, отрыв идет за счет локтя. За счет локтя, а не за счет кисти. Вот так вот. Здесь вот это хорошо видно. Вот этот легкий удар, который можно нанести, скажем, соседу в салоне автомобиля, относительно легко ломает лицевые кости и причиняет серьезные повреждения противнику. Вот отработка этого же удара на мешке. Тычковая серия тычковых ударов и навесных. Комбинация тычковых и навесных ударов. Видите, несмотря на то, что удар, в общем, я сказал, не очень сильный, не очень проникающий, 50-килограммовый мешок прыгает.